Да. Мужчины, они более свободны в выборе. Иногда приходится подсказывать. Время от времени, да. Ну, вообще, он мальчик самостоятельный, иногда и сам справляется. Нет, сам самостоятельный. К сожалению, я вдова. А если был, то помогала. А как же? Решаем за него, можно сказать. Нет, у меня у мужа прекрасный вкус, и даже он иногда мне помогает с выбором одежды.